Чего хотелось бы тебе, будь ты при памяти исходной? Способности не знать, что ты такое. Возможность тела и познавать того, кого придумал. Но не помнить, иначе не пройдет. Копай не вглубь, но к изначальной простоте. И если автор я всего, то впору возгордиться, данное величие над кем, над собой счастливым одиночком. Гордиться тем, что понял, что один, скорее тут момент такой, что замереть, забыть себя успеть бы. Не наломать бы, не разрушить, так тонко созданное полотно иллюзий. Дыхание мысли впору прекратить, и осторожно мысли можно скомкать все, и чтобы это повторить, опять забыть придется. Но надоело забывать. В течение момента радости вой стоит сохранить. Не сожалей, не сомневай, совсем иное отношение. Не забывай, ты автор, но автор, отпустивший произведение. Теперь есть с кем и не о чем поговорить. В смысле смысл появился.